Жители села Абдреево Новомалкинского района Ульяновской области уже в следующем году будут принимать в новом медпункте. Модульный ФАП решили построить после визита главы региона в муниципалитет. Старое здание 1973 года постройки давно требует замены окон, полов и крыши. Необходимо покупать и новое оборудование. Однако ремонт старого здания выйдет намного дороже строительства нового медпункта. Поэтому решено изыскать дополнительное финансирование из областного бюджета. ФАП ремонтировать не будем. Значит, снесем его, чтобы, так сказать, не было у вас напоминанием, так сказать, давно прожитых лет. На его месте или там рядом, сейчас там специалисты приедут, посмотрят, мы привезем вам где-нибудь там во второй половине, наверное, года, да, значит, так сказать, там летом, привезем вам специальный ФАП, модульный ФАП. Сама фельдшер на условия не жалуется. Скромно рассказывает, в прошлом году в здании поменяли котел, работать не холодно. Замена котла была очень тепло. Ну, село большое, вы без машины, без велосипеда, без мотоцикла. Мы привыкли, я здесь 13 лет. Однако новому современному ФАПу очень рада, как и остальные жители. В ближайшее время на место приедут специалисты, чтобы определиться с участком, где расположат будущий медпункт. Его строительство будет вестись в рамках национального проекта здравоохранения. Также изменения ждут и Новомалкинскую районную больницу. В следующем году запланирован ремонт детской консультации. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.